становится более демократичным. Справедливость торжествует. Каждую субботу суд идет на канале НТВ. Такого вы еще не видели. Самый экстремальный проект нашего времени. На канале НТВ «Телеспецназ». Телевидение специального назначения и Николай Фоменко. Премьера в воскресенье, 21 февраля на НТВ. Бесстрашный боец, великий стратег, виртуоз игры. Мировая пресса окрестила его «Вихрем на льду». Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы. Все его звания и награды не поддаются исчислению. В новом сезоне на НТВ легендарный нападающий Борис Майоров. Комментирует чемпионат России по хоккею. Каждую субботу трансляции матчей из Магнитогорска и Ярославля, Москвы и Казани. Играет вся Россия, комментирует Борис Майоров, показывает НТВ. Я инопланетянин. Сволочь ты, а не инопланетянин. Ну вы даете, мужчина. А то вас тут инфаркт с миокардом получить можно. Светлана Крючкова. Ой, ёмма! Михаил Кокшенов. Две. Ну, максимум три случки в день и все. Все. И даже не просить. Владимир Ильин. Нифига себе. Светлана Рябова. В комедии «Мой муж инопланетянин» на канале НТВ. Арета уходит! Страна должна знать своих героев. Вот он, Давыдов. Андрей Ростоцкий. Я Кутузов. Я. Евгений Лебедев. Вы струсили? Николай Еременко. Это я во всем виновата, да? Марина Шиманская. В фильме «Эскадрон гусар летучих». И на канале НТВ. Люди сенсации, люди эпохи. Их страсти становились легендами, их любовь изменила мир. Любовные истории, которые потрясли мир, на НТВ. Добрая и жестокая. Хочешь жить, делай то, что я тебе говорю. Сильная и слабая. Я жду от тебя только любви. Хитрая и простодушная. Как хочешь. Непобедимая Никита снова на НТВ. В фильме «Противоядие». Твое имя? Его знает весь мир. Рэмбо. Рэмбо, Рэмбо. Сильвестр Сталлоне. Сукин сын. Сукин сын. Я достану этого сукина сына. В первом фильме из серии Рэмбо. Я пришел не спасать Рэмбо от вас. Я пришел спасти вас от него. В боевике «Первая кровь». Вот он. На НТВ осталось два дня.